У Могилеве обрали королеву весны 2016. У областном этапе конкурса грации и артистичного майстерства за титул змагались представители 6 высших навушальных установ Могилевщины. Якая прихожуня отримала перемогу, ведая Олеся Рыбалка. Кастинг на областный этап конкурса прошли 11 девчин. Конкурсантки прихожуни упевненные. Навод перед самым выходом на сцену не хвалюются. Многие поспели посябровать. Очень как-то уверенно все почему-то чувствую себя. Не знаю почему, но ощущение, что это просто репетиция, не конкурсный день точно. Очень комфортно себя чувствую. Благодаря, наверное, девочкам и отношению в нашем коллективе, потому что мы очень сдружились на самом деле. Мы за эти 2,5 недели настолько успели разобщаться, раззнакомиться, что я думаю, что эти знакомства останутся со мной после конкурса. Дефиле у национальном костюме «Отметность королевы весна 2016». Соправдные белорусочки с годностью продемонстрировали сукенки с вышитыми орнаментами. Этим конкурсом мы хотели показать те качества, которые присущи истинно белорусским женщинам, девушкам, девочкам. Это целомудренность, доброжелательность, толерантность по отношению к другим участницам. Умение трыматься перед публикой – только частка выпробований. Продемонстрировать треба было и творческий номер, и интеллект. Одним словом, звание «Королева весна» обовязывая. Настоящая королева весны должна быть целеустремленной, открытой, помогать всегда людям и обязательно, чтобы из нее просто лился позитив. Третий номер стал самым счастливым для его уладальницы. Юлия Колодистая, студентка Могилевского филиала Белорусского института правознавства, перемогла. У красовику прихожуня будет представлять Могилевщину на республиканском этапе конкурса. Олеся Рыбалка, Александр Артемьев, «Новини регион».